Привет, как дела? Как настроение? Напиши, пожалуйста, мне обязательно в комментариях. С тобой снова Самира, и сейчас я хочу с тобой поговорить и показать, и рассказать, как же научиться не стесняться танцевать. Это очень важно. Есть прекрасная техника, которая поможет тебе не стесняться танцевать. Сейчас я тебе ее покажу, мы вместе с тобой ее сделаем, и тебе обязательно получится почувствовать себя, раскрепоститься и получить удовольствие от танца. Для того, чтобы нам сделать эту прекрасную технику, нам с тобой нужно остаться наедине с собой. Обязательно, это очень важно, нужно найти такое место, где ты будешь точно знать, что тебя никто не потревожит. Что нам нужно сделать? Обязательно выключить телефон, поставить на авиарежим, как я это сделала. Допустим, включить наушники. Может быть, если у тебя есть дома колонка, на всю громкость включить музыку, выбрать музыку ту, от которой ты реально кайфуешь, которая тебя наполняет, бодрит и придает крутое настроение. Сейчас мы с тобой сделаем эту прекрасную технику. Пожалуйста, найди удобное место для себя. Это может быть середина комнаты, или бассейн, или дача, или кровать. Не знаю, все, что тебе захочется. Прими любую позу. Ты можешь лечь, сесть, можешь стоя это начать делать. Любое положение, которое сейчас для тебя будет комфортно. Включаем классную музыку, которая тебе нравится, и начинаем в ритм музыки просто покачиваться. Обязательно нужно закрыть глаза и начинать покачивание, вот эти вот движения, расслабить тело, абсолютно не думать о движениях, как это нужно сделать правильно, неправильно. Не существует правильного или неправильного. Просто двигайся в ритм, да? Ты можешь руки задействовать, голову, ноги, как хочешь. Твое тело само подскажет тебе, как тебе двигаться. Просто двигайся, ты можешь сесть, можешь выпрямиться, расслабиться, можешь лечь. Кстати, угадайте, что за песня была? На самом деле, весь секрет в том, чтобы просто расслабиться, отпустить все свои мысли, не думать о том, что тебе кто думает, вообще всех просто послать на... Чего я так говорю? Я же не должна так говорить. Я же типа учитель. Не думать о том, что кто-то о тебе что-то подумает. На самом деле, всем вообще все равно на тебя. Да-да, именно так. Часто мы думаем, что кто обо мне что подумает, как я выгляжу, а я толстая, а худая, кривая, у меня там еще что-то. На самом деле всем вообще пофигу, и тебе должно быть пофигу на всех. Просто люби себя, ты у себя одна, и наслаждайся танцем. Вот попробуй это сделать, у тебя это обязательно получится. А еще есть классный способ, короче, мой папа делает крутую чачу. Просто наслаждайтесь жизнью, девочки и мальчики. Смотри мой следующий урок, как избавиться от деревянных рук. На самом деле это большая проблема у всех начинающих танцоров и просто кто начинает танцевать. Руки зажатые, и это выдает твою напряженность и вообще неумение танцевать. Поэтому я посвящу целый урок этому направлению, как чтобы наши ручки были плавные и красивые в танцах. Пупсики мои, поставьте, пожалуйста, мне лайк и напишите какой-нибудь комментарий. Мне будет очень приятно. Поцелуйчики.